Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфира. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Больше активное использование мясцовых видов палива, своечасовая оплата и створение бригад для ликвидации наступства стихийных бедствий. Сегодня на посяджении Гомельского облвыканкама разлежена готовность предприемства и организации региона до работы в осенне-зимовый период. Олег Сентеров потекавился перспективами. На дворе уже зараз такое, что без теплой вопротки на улице отчувает себя уже не вельми утульно, да и в домах нема былой летней спякоты. Самый час подвести первые выньки подрыхтовки до нового отепляного сезона. Правда, подача тепла у кватеры придется еще почекать. Необходимо, как средняя температура поветра снизилась на несколько градусов. Увогуле, не глядя на то, что контрольный термин готовности объектов тепло- и энергозабеспечения 30 вересня, все основные работы выполнены уже зараз. 55 направлений, которые мы занимаемся подготовкой к зиме. Соответственно, все планы мероприятий выполнены. Те, которые вот, ну, еще есть время, так скажем, их доделать и до отопительного сезона, они, соответственно, будут доделаны, в полном объеме будет выполнение. Не глядя на то, что у опошние годы зимы на Гомельщине достаточно мягкие, подрыхтовка до этого периода самая серьезная. У вогуле теплая зима на экономице отбивается не самым лепшим чином. Починаючи от недокопа вильгати у глебе за отсутности снегу до страт предприемств, которые занимаются тепло- и энергопоставками. Не вельми добро вытримливает температурные перепады и дорожное покрытие. Правда, сами дорожники рыхтуются до зимы морозной и снежной и кажут об готовности техники и створении запасов супроти гололедной сумеси. С 15-го костря до постоянного дежурства приступить и специальные аварийные бригады, которые створены на предприятиях паливно-энергетической галины. Тут так само запевнюють у готовности до работы в осенне-зимовый период и шмат узровневом контроле за ходом работ. В сентябре месяце прошла проверка Министерства энергетики на соответствие данных паспортов. Проверка замечаний не выявила. То есть на самом деле наши все объекты жизнеобеспечения готовы на 100% к текущему осенне-зимнему периоду. По отповедности с областной программой энергосбережения, у этом отепляльном сезоне больше активно плануется выкористовывать мясцовые паливно-энергетичные ресурсы за одночасовой экономии бензину, дизельного и биодизельного палива. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Назиральные комиссии протягивают работу в регионе. Мета их деятельности – проведение обследования у домоуладанию и кватер, указание на недохопы, которые створают погрозу безопасности жихаров. Проводятся и профилактичные гуторки. Удельниками одного из таких рейдов стали наши корреспонденты. Представники ЖЭО, МНС, милиции, газовой службы, установ эдукации, оховы здоровья и социальной обороны. Каждый четверг в таком складе надзиральные комиссии проводят рейды у Гомеля. За один день поспевают проверить до 20 кватер приватных домовладаний. У поле их зроку, справность электропроводки, газовых обсталяваний и наявность автономных пожарных оповещальников. До речи, опошние выкликают особливую увагу надзиральной комиссии. Нередкие выпадки, когда домовладальники гребуют с допомогой прибора и самовольно его сдымают. В той час, как у надзвичайной ситуации он может выратовать житё. Только на территории Гомельской области таких случаев было даже более 10 штук. Поэтому, конечно, нашим гражданам необходимо напомнить, что установите вот этот автономный пожарный извещатель. Не только там в домах, где он обязательно должен быть, это вот новые дома, а также в своих старых квартирах, просто домовладениях. Своим родителям установите, которые проживают одни. Ведь таким образом вы можете обезопасить свою жизнь, жизнь своих близких. Семья Борисевичев заселилась в новую квартиру совсем недавно. Когда отримали ключи, ремонту не было. Зато пожарные оповещальники были усталеваны. Для пригожости интерьеру, але на шкоду безопасности, семейство сдымать их не отважилось. Бывают случаи, что могу просто отлучиться из дома, остаются дети старшие. То я спокойно, я знаю, что ничего не случится. В крайнем случае это все сработает. Я думаю, все отреагируют на это, на все. Дарэчы, за самовольное снятие усталяванага пожарного оповещальника погрожая покарание. Спочатку назиральная комиссия мкнутся просто попередить человека о порушении и провести с ним беседу. Коли ж гэта не допомагая, уход идет штраф до 30 базовых величинь. В процентном выражении по состоянию на 1 сентября те, которые категории, все категории граждан, которые относятся к ЖУ-5, обследованы 100%. Все категории. Сейчас идем с повторными.
или идем в те квартиры, которые нам дают обновления каждый месяц, списки предоставляет Центр социального обслуживания населения. И наша цель, вот, в принципе, всех этих наших комиссий, чтобы люди поняли, что эти автономные пожарные извещатели – это не просто, так скажем, предмет, висящий на потолке, а это способность сохранить их жизнь. Ганна Ковалева, Александр Гамоля, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Верасень – самый горячий месяц для тех, кто сдает жилье наем. Зараз на улику у податковых инспекциях Гомельской области находится свыше 13 тысяч плательщиков податку, які налічваються за предоставление такой послуги. Дякуючи их деятельности, у бюджет с початку года поступила значная сумма – амаль 1 300 000 рублей. Але ж, коли рынок пропанов перенасычены, то некоторые господары пустых квартир імкнуться сдать их любой ценой. Например, без заключения с квартиронаймальником договору. И такая легкодумность может закончиться выплатой великого штрафа. Навод тады, коли квартироздатчик упэўнены, что никто не доведается об незаконной сделце. Все лето специалисты установили амаль 400 таких правопорушений у податкового законодавства. Данным гражданам предъявляются налоги за весь период, когда они осуществляли сдачу без уплаты налогов. Кроме того, пеня считается за несвоевременную уплату, а также административная ответственность наступает. Становиться на учет в качестве индивидуального предпринимателя либо организации не нужно. Достаточно заключить договор с физическим лицом и зарегистрировать его в местном исполнительном органе. А те, в свою очередь, передают информацию в налоговые органы, и мы уже ставим таких физических лиц на учет. Сумма податку залежит так само и от места знаходжения кватеры. И она вагается от 20 рублей в месяц на ускрайку Гомеля и до 25 у центра города. Многие краины свету сегодня долучились до акции «День без автомобиля». Ее главная мета – притягнуть увагу громадства до экологичных проблем, выкликанных шкодными автомобильными выкидами. Насколько они актуальны для Гомельской области и каким чином с ними можно змагаться, высветляла Ганна Ковалева. Больш як 100 тисяч тонн шкодних речовин утрапило у атмосферу Гомельщини за автотранспорту у минулом году. Кількість машин у регіоні постоянно зростає. Сьогодні автовладельникам з'являється кожний третій жихар в області. І все ж на один день, который з їх свідомо змінили статус водителя на статус пешехода. У мене є свій автомобіль, но в даний момент в літнє время в основному я їжджу на роботу на велосипеді. Я вважаю, що важливо думати об екології не тільки один день в году, но і думати об этом постоянно. Потому что даже такая мелочь, как мойка автомобиля, она вносит свою лепту в окружающую среду. Когда мы приезжаем с общественных дорог во дворы, мы заносим на своих автомобилях грязь, которая, в свою очередь, остается в тех же дворах и влияет на здоровье наших детей. Поэтому давайте будем заботиться о здоровье и о будущем, и о среде окружающей. Навод при великим жаданні не змогли б отмовиться от авто водителі громадського транспорту. Але і яны знайшли способ долучиться до акції. Так, у ранішній час пік водителі маршрутних таксі пропонували пасажирам проїхати безплатно. У якості проїзного достатково було пред'явити посвідчення водителя і технічний пашпорт своєго автомобіля. Якщо я відкажусь від машини в такий день, хто ж вас возить буде тоді? Утром, с утра никто не обращался сегодня. Вот с правами никто ничего не показывал, но я бы подвез обязательно, если бы была такая возможность. Захование экологии сегодня задача для всех. До прикладу, Мазырский нафтоперепрацовчий завод у опошние годы активно налаживая выпуск палива с полепшенными экологичными характеристиками. Повеличены пропускные здольности в улице областного центра Кирова, Полеска и Головацкого. Разгрузить транспортные артерии Гомеля допомогло и частковое открытие усходнего обыходу. Постоянно обновляется автобусный парк. Только у минулом годе з'явилось 16 автобусов высоких экологичных классов. Усе гэта и іншие меры дозволяют опошние 4 года знижать объем шкодных выкидов у атмосферу. При этом навод малая лепта особного водителя мае значение для агульной справы. Ганна Ковалева, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Сегодня у Гомеля подвели выники областного экологичного конкурса «Зеленый витамин». Он является часткой доброчинного проекта «Юное дарование и экология 21-го стагодия». Сирот задач – содейничание экологичному выхованию детей и молоди. Самые креативные и яркие работы удельников трапили у объектив нашей камеры.
Кветки, садовина, огороднина – незвычайные природные элементы. Використовывая для створения экспозиции для конкурса, можно все, что выросло у огороде, изнойдено на природе. Конкурс «Зеленый витамин» не обмежевывает фантазию и дает возможность покреативить удосталь. Навод, коли на первый погляд в учеба мало перекликается с творчеством, место для ее завсюду знойдется. Одинаково все работали, нельзя сказать, кто больше, кто меньше. Представлена эмблема, которая есть у нас как бы на форме вроде шеврона, я даже могу вам показать. Вот эта вот звезда. Там изображена тоже из фруктов, ну, из овощей. Еще там как бы, ну, есть, как в старые времена были спасатели, как они ликвидировали пожар. И в новое время, что есть лодки, самолеты, вертолеты, рукава. Выхованцы городецкой допоможной школы-интерната Рогашовского района привезли сюжетную композицию, объединенную темой белорусского письменства. Идея возникла одразу, как только детячий фонд обвестил о проведении конкурсу. Эта велизарная книга так само частка композиции. Ее вышиня 1,5 метра, вага больше, как 40 килограммов. Звычайно книги паперовые, а это драуляная. Основа с фанеры, декор кветковый. Природный материал сбирали выхованцы школы, нечто вырошивали на присядибном участку. Это было вложиться в сроки и успеть. Очень мало времени и переживали, что погодные условия меняются, начинаются дожди, и цветы сохранить в таком состоянии, в котором они рождаются, это очень трудно. Традиционно до удела в экологичном конкурсе запрашиваются интернатные установы, социальные притулки, детские дома, семейного типа, шмадетные семьи. У этом году они привезли несколько сотен работ. На особные можно только глядеть, иншие покаштовать. Олег это позднее, коли журы вынесет свой вердикт. Буйство фарбов и неострымный полет фантазии. При такой шматгранности работ у журы вельми складанная задача. Вы увидели, творчество не имеет границ. И очень важно, что дети наши заняты, досуг у детей организован. Но единственное наше мероприятие, на которое не надо звать. К нам идут, если мы дали только предложение, попросили принять участие в этой уникальной выставке экологической. Вы знаете, много лет, уже 14 раз проходит этот замечательный конкурс. Мы думаем, что уже можно такое придумать. Но тем не менее, нас удивили, поразили и Диснейленд, и спектакль «Ромео и Джульетта». Кажется, что можно с овощами и фруктами придумать. Но настолько все гармонично представлено. Жюри, конечно, предстоит большая ответственная работа. Это будет очень трудно определить победителя. Наталья Игнатенко, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, отель «Радиокомпания Гомель». И об спорте. Стали вядомы чвэрцьфіналісты розыгрышу Кубка Беларусі по футболе. Турнірныя шляхі звялі ў 1/8 фіналу двух прадстаўнікоў нашага рэгіёна – Гомель Чыгунтранс і Мазырскую Славію. Мазырані прадстаўляюць мацнейшы дывізіон чэмпіянату краіны, гамяльчані першую лігу. Аднак, як вядома, у кубкавых матчах рэгалі і статусы не маюць ніякага значэння. І чыгуначнікі даказалі гэта на папярэднім этапе турніру, абыграўшы сталічных крумкачоў. Мазырані, як і трэба намінальным фаварытам, гулялі першым нумарам. Яны рабілі стаўку на флангавыя атакі з далейшымі навесамі ў штрафную саперніка. Гамяльчані ўсё больш гулялі праз цэнтр. Перед ігрой обращалі, што каманда многа атакуюць флангамі. Быстрые фланги. Пытались что-то противопоставить. Да, навесы несли опасность. У першым тайме гости частей били поворотом соперника. Неадренные моменты были у Мазыран, Варанкова и Котлярова. У Гомель Чыгунтранса частей за усіх на вострине атаки оказывался Архипцев. У другим тайме гульня проходила цікавой, моменты были у обедвух команд. Однако лик так и не был открытым. Як выник до дадзены час, у экстратаймах реальные шансы на то, каб не доводить справу до 11-метровых, мели Мазыране, Страхановичу, Кобец. Перший, вышевший один на один, не смог переиграть Селивончика. Другий не трапил по воротах у выгодной ситуации. Серия после матча пенальти стала бенефисом галкіпера гамяльчан Андрея Селивончика. Отбивши 3 11-метровые, он вывел свою команду у чвертьфинал. Тут забивать надо, чтобы выиграть. А если довели до лотереи, так надо быть уверенными в своих силах. Вот. А этого не оказалось. То есть видно однозначно, что мы психологически к пенальти не были готовы. Гомель Чыгунтранс – один и представник первой лиги у чвертьфинале Кубка. Так само борьбу за трофей протягивают команды Батэ, Минск, Слуцк, Динамо Минск, Динамо Брест, Торпедо Белас и Шахтер. Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания Гомель. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrhomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталья Ігнатенка. Мы сочым за развіццём падзей у Гомелі ў вобласці. Заставайцеся з намі.